Одни говорят хорошо, другие не надо, не надо. Вот ну, у нас сколько есть, людей, столько да, и мнений. Но... У нас есть вот в квартале один ну, этот мусоросборник, и нам его достаточно. Ну, так скажем, мы все сейчас, мы просто собираем сейчас информацию, слушаем всех домоуправов, ну, как-то решение все равно пока о том, что все-таки каждому вот, дому. Вот, смотрите, я живу в пятом доме, девятиэтажке, да, раньше у нас постоял мусор огромный, там, вот это, скворечник. Такой был бардак лично там. Так вот, сейчас убрали, так чистенько, так хорошо, и люди, и приезжают в машину. Кому нравится, тот ждет машину. Мне не нравится, я хожу там, вот, 5 метрах у нас стоит вот эта мусорка. А рабочие люди? И рабочие мимо идут тоже. Рабочие, вот ни время неудобно, еще что-то. А тут от времени человек не зависит. Подошел, положил мусор и пошел. Ну, посмотри, возле 4-й стоит вот этот дом, она на несколько домов всем хватает. Анна Викторовна, вот сколько людей, столько и мнений. В вашем микро... Подождите, в вашем микрорайоне сложилась такая, исторически сложилась такая? Так они машину подают. Давайте, вы, давайте хорошо, дальше вести завтра совет. Не поедет региональный оператор на машине. Ну, это не панацея, да, от всех бед машина. Это даже запрещено законодательно. Вот. То есть на сегодняшний день... И когда мы с вами придем, что нам нужно собирать раздельный мусор. Раздельный. Ну, понятно, раздельный. А вы собираете по мешковой, который весь вот там. Так, я похоже, я что да вы раздел, это я раздел, или слушайте внимательно. Нет, Светлана, почему у меня дурочка? Как я возле 4-го дома стоит, это мульта и стоит раздельный мусор. Я туда ношу и пластик, и ношу мусор. Возле своих домов это... мы предлагаем устанавливать одно для сухого, для сухих отходов, одно для смешанных отходов. Это нормально. И не должно быть у нас в городе в итоге грязных площадок. Не должно. Конечно, уборка за этой территорией ляжет на дворников домов, управляющих компаний. Нагрузка должна быть облегчена, а не затруднена. На сегодняшний день вы видите все, почему все люди-то отпихиваются друг от друга. Ну, тариф, и мусорку скоро вот, вырастет, если они будут убирать-то. Ну, а? Вырастет. Тариф вырастет. Однозначно вырастет. Не вырастет тариф? Вырастет. Нет, подождите, как он не вырастет? По законодательству, как сказано? Что если город уходит на раздельный мусор, ну я в это вообще не очень верю, но в законе действительно это так, что тариф должен упасть, хоть на копейку, но должен упасть. Вы имеете в виду согласно регионального оператора? Да. Но тогда поднимется тариф в ЖКО, по управляющей компании. А в ЖКО тарифа вообще не коснется. Эти работы планируется осуществлять за счет текущего ремонта. И цена-то не поднимается, просто... Текущий ремонт, какие-то работы будут сделаны меньше. Но это разовая акция. Разовая. Один раз построили? Я понимаю, все прекрасно. Давайте. Нет, сейчас говорим не про то, что строительство и устройство этой площадки, а говорим про то, что когда мы ее устроим, ее кто-то будет обслуживать. Тогда давай с другой стороны. Он что, сейчас эту площадку не убирает? Нет. Сейчас вот это, нет. Вот это пятно не убирает? Нет. Как нет? Нет. Если на жилом доме площадью 4000 метров квадратных. Я поняла вас, про что вы говорите. Но он же убирает ее, убирает. Но он ее убирает не настолько, как когда будет там стоять площадка. А ты предполагаешь, что она будет грязная? Но исторически глядя на наш город, она будет грязная. Нет. У нас, а я-то рассчитываю. У нас три площадки в городе, которые могут похвастаться потому что они чистые. Потому это что вот, они вот переполнены. Здесь вот советская... 18-й дом. Да, 18-й дом. И вот ну назвать по пальцам можно, где они чистые. 18-й дом, он так и останется 18-м домом, потому что он у себя эту площадку конечно, держит. Конечно. И ему, да, кстати, не... Вырастет или не вырастет? Да не должен он вырасти. Нет, это вопрос не надо не нам задавать, не Слане Валентиновне. Это надо задавать вопрос министерству. Тот, кто будет заниматься тарифами. И это будет в законе, надо говорить, да. Есть коэффициент для сбора раздельного мусора. Если он будет, если он меньше, будет чем, сбор да. этот раздельный. Если мы задавать не будем, кто его будет задавать? Да нет, я же не говорю, что не надо задавать. Этажа, что ли? Надо задавать вопросы, только нужно задавать вопросы по направлению. Вы сдаете, деньги за это получаете, прибыль? Насчет этого я уже не могу. А как?